милая. Так я сегодня такая, потому что сегодня у нас... Что? Великий спор, вот что. Знайка будет спорить с самим астрономом Стекляшкиным, живут ли на Луне коротышки. Такие, как мы. Ага. Или же там вообще никто не живет. Они Знайка. Чего не Знайка? Ну, он тоже будет спорить. Ничего я про твоего Незнайку не знаю. Да я так спросила, просто... Что? Ну, просто я вспомнила, как на него камень с Луны свалился. Бабах! Твоему Незнайке! Помоги! Уважаемый астроном Стекляшкин задерживается. Безобразие! Сегодня можно ждать! Тише, тише, братцы! Мы отправили за ним Винтика и Шпунтика. Однако, судя по всему, профессор решил отказаться от спора со мной. Что ж, он и прежде не раз заявлял, что мы не сможем... Да, да, еще раз да! Я утверждаю, что всякий, кто посмотрит в телескоп, убедится, что Луна — это безжизненное тело, где нет никаких признаков жизни. Я посмотрю, я убедюсь. К великому сожалению, в настоящий момент Луна на небе не видна, а вот появится, тогда всех милости просим. Что же это ты нам голову морочишь? Мы здесь все собрались, сидим и едим. Ничего понять не можем. Небось понять, а вось не можем. Можем. Мы полетим на Луну и там все увидим. Как это? Не может быть. Вот здорово. Я согласен лететь хоть сейчас. Полетим на Луну и посмотрим. Нет, мы полетим не сейчас. Мы построим большой межпланетный корабль, возьмем значительный запас пищи и воздуха и устроим длительную экспедицию. Ура! Ура! Чур я буду рулить. Поехали! А почему это? Почему никто не приглашает девочек? Правильно, Мушка, это же неправильно. Да потому что, дорогая моя, что никто никуда не полетит. Нет такого двигателя, который мог бы поднять корабль из Земли и довести его до Луны. Есть! Есть такой двигатель! Он перед вами! Ха-ха! Еще раз! Этой силой мы поднимем корабль и направим его на Луну. Чушь полнейшая. Ну что это за примитивное устройство? Причем здесь Луна и полет? Я человек науки, и меня не проведет. Ну, и где же эта ваша хваленая невесомость, а? Но ведь была же невесомость. Была. Была. Всплыла. Вот она, ваша невесомость у меня на носу. Нет, нет и нет. Никогда больше не буду заниматься наукой. Ни-ни, и думать нечего. Пусть кто-нибудь другой летит на Луну. Пусть кто-нибудь другой найдет на Луне коротышек. И тогда все скажут, Знайка был прав, и всем станет стыдно. И даже Стекляшкину станет стыдно. Нет, раз я решил не заниматься наукой, значит, не буду. Никогда!
Знайка пропал. Не Знайка? Знайка, Знайка пропал. Ой, мы должны всем скорее об этом рассказать. А я уже всем рассказала. Какая ты мушка! Не могла меня подождать? Не обижайся, Ромашечка. Ведь искать-то Знайку мы будем вместе. Вместе? А как? А так, за мной. Мы найдем Знайку. Где же Знайка? Ну вот, никто ничего и не знает. Братцы, и Винтик пропал. И Шпунтик. А ты, Незнайка, что думаешь? Да я-то знаю, где Знайка. Ну, знаешь, так и скажи. Да ладно тебе, молчу. Я и так скажу. Знайка после невесомости изобрел эту невидимость. Чего? Сделал такую мазь, намазался и исчез. Вот. А Винтик? А Шпунтик? А он это, на них эту мазь пробовал. На Шпунтике спереди, а на Винтике сзади. Да я и сам могу стать невидимкой. Эни пени чики таки тэ буль буль каляки шмяки тэус тэус лимбу пэус клакс. Состояние невидимости! Состояние глупости! Вот что! Что? Ты чего там? Я тебе читал! Так вот, где Знайка. Значит, Знайка все-таки решил построить ракету без меня. А лунный камень нашел кто? Ничего, я докажу всем, что я тоже это великий ученый. Запросто. Вот возьму и починю этот прибор невесомости. А на рыбах проверю. Ой, смотри, Винтик и Шпунтик. И Знайка, Знаечка, нашелся. Мы его отыскали. Чего это вы тут делаете, а? Ракету, да? И опять девочек не приглашают, а все равно она не полетит. Полетит! Полетит! Ракета к полету готова! Все решено, братцы. Завтра утром мы все летим на Луну. Я открыл простую закономерность. Лунный камень был найден во время полной луны. Да-да, братцы, нам надо спешить. Камень во время полнолуния заряжается особой лунной энергией и действует всего лишь несколько дней. Не верю! Полнолуние, полоумие. Все это антинаучная ерунда. Но это легко проверить. Мы берем прибор... Где прибор? А приборчик-то? Чу-чу. Спасайте его! Спасайте! У него прибор невесомости! Ой. Так, снимайте с него рубашку. Сейчас я ему искусственное дыхание буду делать. Искусственное? Да ни за что! Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Садовый, твоя голова! Пусти! Пустите меня, или я
за себя не отвечаю. Я ему дам прибор. А, ты еще и дерешься. Как мы на Луну полетим? Вот я тебе покажу, как приборы топить. Эх, чего же ты молчал? Скажешь тут. Я когда утонул, сразу прибор за пазуху спрятал. Вы налетели, я вам прибор спас, а вы... Спас? Да с такими, как ты, за это не полетишь на Луну. Кто я? Ну и не надо. Очень мне нужна ваша...